Всем привет! Ваши руки не дают вам покоя? Тогда приступим. В прошлом видео мы с легкостью врезали люк в крышу нашего автомобиля. И в этом новом видео мы займемся доработкой кабины и сделаем так, чтобы время путешествия нам было максимально приятно и комфортно. Ну что ж, дорогие друзья, не будем терять время и приступим к работе. Места, где крышка бьет об кузов, наклеим мягкий сплен, чтобы крышка по башке не стукала во время движения. Мужики, меня кто-нибудь слышит? Слышим.